От рассвета до захода солнца нельзя ни пить, ни кушать. Такой строгий пост соблюдают мусульмане всего мира ежегодно. Длится он целый месяц, зато после наступает настоящий пир души – праздник Ураза-Байрам. В этот день все верующие надевают самую красивую одежду, идут в мечеть, читают намаз, раздают милостыню и поздравляют друг друга. Ид Мубарак. Такими словами сегодня приветствуют друг друга мусульмане по всему миру. Обозначают они благословенного праздника, причем поздравить нужно лично, по телефону не приветствуется. Уже с восходом солнца главной мечети края начали приходить сотни верующих. Шли целыми семьями. К 8 утра количество людей достигло 4000. Вместить всех храм не мог, поэтому большинство читали праздничный намаз под открытым небом. И в этот день как бы уже легкость, праздничное настроение, легкость в душе как бы. И вот есть желание на весь оставшееся время, вот на год, на следующий год, уже совершать более добрые дела. С одной стороны, этот праздник объединяет всех мусульман, а с другой стороны семью. По традиции в Уразу-Байрам накрывают роскошный стол и угощают верующих. Лакомства самые разнообразные. От национальных блюд до экзотических фруктов. Кстати, у мусульман существует поверье, как встретишь этот праздник, таким будет и весь год. Поэтому обед всегда проходит с размахом. Ураза-Байрам длится до самого вечера еще 2 дня после. Все это время мусульмане ходят друг к другу в гости, веселятся и дают садака беднякам. Как бы жертвоприношение делается. Это не то, что там закалывают, как Курбан-Байрам, да? А здесь дается садака, то есть деньгами, кто сколько может. Еще в этот особенный день нужно всех простить. Верующие говорят, что Бог прощающий. Поэтому простить надо обязательно. Кстати, у мусульман всего 2 великих праздника. Это Ураза-Байрам и Курбан-Байрам. Не так много, но именно поэтому отмечать их – настоящая радость для всего мусульманского мира. Валентина Аскерова, Александр Антропов. Наши новости.